Sebastian, a lost relic Себастьян, from зачем catacomb, тебе уточная реликвия из катакомб, требующая темной жертвы? I know how it sounds, but if this Знаю, can help звучит you, it's worth the risk. Но если это поможет, а Омин и Себастьян знает, он помог найти скрипторию, в котором мы обнаружили книгу заклинаний Сизерин. Хорошо. Если там будет Оминис, я приду. Но у нас мало времени, здесь Сомон собирается уехать из Фелдкрафта. Уехать? Ладно, не важно. Ты должна его держать, прошу, Анна, выжди нам время. Постараюсь, я пришлю тебе весточку. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Соломон Where не может довести Анну из Фелдкрафта. When would I see her? Куда они денутся? Куда они поедут? Sebastian. Себастьян, Себастьян, не могу поверить, что дядя решил уехать из Фелдкрафта. Анна постарается задержать его. Время для чего? I've learned more about the relic. Я узнал кое-что о реликвии. Пришлось сопоставить написанное в книге со всем, что есть в библиотеке. И тогда я кое-что понял. Сила реликвии будет действовать только в катакомбах. Ладно. Нужно только в катакомбах разобраться, как быть темной жертвой. Сложнее всего будет Оминис. Анна согласится прийти. А еще нужно сохранить все это в тайне от твоего дяди, если она обратится. На этот раз позволь мне договориться с Оминисом. Что до дяди, он больше не мракоборец. То, чего он не знает, нам не повредит. Как думаешь, если твой дядя узнает, доложит ли бы нам это министерство? Сомневаюсь, что он пойдет в министерство, если узнает. Насколько мне известно, расстался со своей службой. Он об этом не говорит, но думаю, его стойкое отвращение к темной магии. Анна считает, что однажды он решил, так сказать, тушить пожар огнем и прибегнул к одному из противных заклятий в борьбе с темными силами. По крайней мере, она вроде бы что-то такое слышала, когда он попал до чего довела его работа, так что я сомневаюсь, что он обратится в министерство с занесением работы с темной магией кем-то. Так, ну ладно, мы еще раз все-таки... Министерство стуканет. Сомневаюсь. Если узнает, неизвестно, расстался с ними не очень хорошо. Он об этом не говорит, его стойкое отвращение к темной магии, это связано со службой. Однажды он решил, так сказать, тушить огнем пожар, прибегнул к одному непосредственно в борьбе с темными волшебниками. По крайней мере, вроде бы что-то такое слышала, как он понял, до чего довела его работа, и сразу ушел. Я сомневаюсь, что он обратится в министерство с занесением по поводу использования темной магии кем-то из его семьи. Good luck with Ominous. Удачи тебе с Оминусом. До встречи. Я сообщу, когда мы вчетвером садимся в катакомбы. Жди от меня сову. See you soon. Увидимся. Ладно. Помчались к другой призрачной надежде. Вот сюда вот. Ты иди по РСТ, не. Ладно, вот сюда вот полетели. Долго будем вокруг скал летать. В другую сторону.
Wonder if I'm safe to explore in there. Ну что ж, ждем. Поппи. Привет, Поппи. At least we're out of the classroom. По крайней мере, не в классе. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye watering maps. Пришлось несколько часов попотеть над огромными картами, но кажется, я нашла таки пещеру, которую вывел. Впечатляет, особенно все то, как мало он нам нашел. Но я все еще не уверена, что пещера это самое, но она большая. Я нашла упоминание о пещере, которую местные жители обходят стороной. It's a bit of a leap, I confess. Скорее это догадка, почему бы не спрятать такую вещь, как особый лунный камень, в не менее загадочной пещере. Боюсь, что сейчас уже хватает за любую соломинку. Did you discover why people avoid this cave? Знаешь, почему все сторонятся пещеры этой? Это просто смешно. Ходят слухи, что в пещере люди теряют рассудок. Но я не смогла найти ни одного. Так что, либо это просто слухи. Кто туда заходил, потом уже были не в состоянии что-либо рассказать. Ну что ж, давай, пойдем осмотрим. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Задание началось. Пойдем. Сад лунных камней. Ревелио. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Ревелио. Интересно, это мы туда уйдем надолго и далеко. Я понял. Нет, я как-то туда поднимался. Ревелио.
Так что? А. Это выход, да? А вот это что? Ничего, да? Ну пойдемте, ладно. Ну, проверили. Пойдемте вот сюда. Так. В общем, здесь что-то да. Должно быть, да? Так. Ух ты, фуперы пролетели. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper song is said to drive anyone who hears it mad. Об этой пещере. Ревелио. Подожди. Так, подожди. Так. Подожди, но я же тут. Люмос. Бабочки нету, да? Я просто... Вон она. А я ее не увидел, то, бля. Люмос. Пойдем. Mm.
Купер, льда пролетела. Ревелия. А раз ты сел в Пупера, может, здесь еще что-то есть? И почему меня это не удивляет? We need to find moths for those spinners. Я понял. Так. Чтобы открыть эту, сперва надо круг. 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 Может, в руинах еще что-то так? Ладно. Нужно бабочек открыть нам. Ладно. Так, а вот в этой круг. Так. Lumos. Lumos. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Да. Понятно. А теперь следующий круг нам надо вот этот вот вытянуть. Вторая умница. No matter. I'm sure we can work out a way across. Уверен, мы придумаем, как перебраться. Ревелия. Ох, ласточки. Уж как-нибудь придется. Here.
Че там вывалилось? Фигня, да? Понятно. Ни хрена себе. Lumos. Надо за ней как-то спускаться. Lumos. Туда мы даже не поднимемся. Merlin, it's beautiful. Нет, нам надо вот туда эту относить. Нет, сюда эту. А куда она улетела? Таба. Нам надо вот сюда и лоптуями. Ты куда улетела-то? Lumos. Lumos. А куда та делась? Что за клюки?
А куда та делась, вторая? Lumos. Lumos. А. Вон она. You did it. Revelio. Вон там вода бурка. Ты читаешь мои мысли. Все будем нырять. Поппи, плывем, плывем, Поппи. Merlin, it's even more beautiful close up. Мерлинова борода. Это здесь иначе и быть не может. Velio. Подумал, что обрадуюсь такой тьме. Ну, не знаю. Кажется, начинаю терять рассудок. Да. Так, давайте сюда запрыгиваем. We found it. It's like staring directly at the moon. Нашли, будто прямо смотришь на Луну. Well, we found what we came for. Но мы нашли то, зачем пришли, осталось только принести его к камням. Молодец, Поппи. Это и вправду та самая пещера. Вот хорошо. Если мы хотим первыми добраться до Снитчета, поступим, как сказал Доран, принесем лунный камень в круг камней. Пошли. Или отправим сейчас к ночи, будем на месте. Это стоячие камни, именно там, где сказал Дора. Но теперь, когда мы здесь, я уже не знаю. Мы знали, что пришли в пещеру за лунным камнем, но Дора не сказал нам, чего ожидать, когда мы вынесем лунный камень среди стоячих камней. Что бы там ни было, надеюсь, сделать снижется. Да уж, время поджимает. Давай спускаться, мы уже почти дошли до конца. Ого! Nothing keeps Gran down.
She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. Бабулю ничто не сломит. The reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snitches. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Так, теперь нам надо найти подъем. Где мы? Нет. Получается, что вот здесь. Ну так, я думаю. Так. Блин, надо же эти сделали. Просто так не доберешься. Ревелио. Ну что ж. I think we can safely say, кажется, можно с уверенностью сказать, где должен быть лунный камень. Ну давай. Ух ты. У Пупи аж рот открылся. Опа, лунтилята. Опа. Ага. Да? О. Ага. That was a moon calf dance. Это был танец лунтилят. Ты знаешь, насколько редко его можно увидеть? Они танцуют только при полной луне. Хотя, наверное, благодаря лунному камню такое стало возможно сейчас. А узор, который они оставили на земле, все это часть танца. Однако, одинаковых узоров не бывает. Нам нужно нарисовать этот узор. Очень хочется скорее сказать бабушке, что я видел танец лунтилят целых два раза. Она аж завидует. Ты же видел такое? В первый раз мне просто повезло. Я летела на крылане, иначе ни за что бы не заметила, то было в ночь. В общем-то, в ночь, когда я встретил крылану. Я. Мне очень интересно, как у крылана теперь. Я совсем не против. Около 5 лет назад крылану поймали браконьеры. Сначала они собирались ее продать, но потом решили, что лучше ее убить. Наверное, так можно выжить больше денег. Моему терпению пришел конец, я освободила крылану, и мы сбежали. Мы очень долго летели, а потом я заметил, внизу танцуют лунтилята, и мы приземлились. Казалось, это знак, доброе предзнаменование, предвещающее, что худшее позади. Ты имеешь в виду, когда вы что твоему терпению пришел конец, понимаешь? В той ночи, когда я освободил крылану, я также сбежала из дома, из лагеря браконьеров. Я из семьи браконьеров. Мерлин, не знаю, что сказать, Поппи. Даже не представляю, каково тебе было. Я никогда не вписывался, с ужасом мне становилось все очевиднее. Бабушка много лет пыталась убедить моих родителей отпустить меня жить с ней. Достаточно сказать, когда я улетел на Калане, я отправился прямиком к ней домой. Очень смелая, хорошо, что тебе удалось бежать. Мне тоже. Когда я была ребенком, вокруг было так много существ, которая мне не могла помочь. Теперь я хочу только этим и заниматься. Учитывая все, что мне удалось увидеть, у тебя это получается. Мне немного помогли. Я никогда никому этого не рассказывал, но я рада, что ты знаешь. Приятно, когда можно с кем-то поговорить об этом. Каково расти в семье браконьеров? Больше всего мне запомнилось, мы постоянно переезжали. Время в погоне за очередной добычей. Был сплошной хаос и опасности. Ни одному ребенку не следовало расти в таких условиях. Твои родители знают, чем ты занимаешься, например, как ты спасла того дракона с Инка? Мы не разговариваем. Скорее, это они со мной не разговаривают. Насколько я знаю, они сейчас в Борнео пытаются нажить состояние на Кроматолах. Однако не удивлюсь, если до них дошли случаи, иногда какая-то часть меня даже надеется. Теперь, когда я старше, мне хотелось бы поговорить с ними, заставить их одуматься. Но, как ни печально, подозреваю, что ничего из этого не выйдет.
We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I've grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Вот так они добрались до бабули. I'm glad you told me. Спасибо за доверие. Следует вернуться к Дорану, ему надо увидеть этот символ, к тому же нам нужно дальше определиться. Забери лунный камень, а я быстренько нарисую этот рисунок. Are you finished with the drawing? Закончил рисунком. Едва ли. Ну, думаю, здесь изображена птица. Во всяком случае, очень похожа. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the snitches lies in the moonlight? Разыскать снежинок поможет лунный свет. That's it. Ну, конечно, вот в чем дело. Надо показать это Дорану. Только я не знаю, где его искать позже. Так что предлагаю вернуться в замок. Выспимся как следует, а потом отправимся на поезде. Agreed. Хорошо. Я готов уйти, как скажешь. Кентавр и лунный камень. Кентавр и лунный камень. Ладно, тут темно, придется в ручейку комнату слетать. Big things. You should be proud of all the potions you've brewed.